Сотрудники лесопожарного центра предупреждают, в крае сохраняется особый противопожарный режим. Несмотря на то, что новых очагов в регионе не зарегистрировано, специалисты призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Нужно быть предельно внимательными при обращении с огнем, отказаться от разведения костров, сжигания мусора и сухой травы. При обнаружении возгорания в лесу следует обращаться в единую диспетчерскую службу лесопожарного центра по телефону прямой линии лесной охраны 8 800 100 ровно 94 00.